Повернуть время вспять, увидеть рыцарей в настоящих доспехах и с мечом в руках. Возможно ли это в 21 веке? Возможно, утверждают курские реконструкторы и даже занимают призовые места в международных соревнованиях. С подробностями Яна Андреева. Для того, чтобы встретить воина в одежде 14-15 веков, не обязательно создавать машину времени. Куряне из клуба «Авалон» почти 10 лет занимаются историческим фехтованием и реконструкцией. Сами делают костюмы. А начиналось все с увлечения. Когда создавали клуб, пытались объединить названия, связанные с мифологией, с фэнтези и с историей. «Авалон» – остров, где жил последний золотой дракон Оберон, где находится могила короля Артура, откуда фея Моргана родом. Сегодня в клубе 12 человек, есть и девушки. Кстати, чтобы стать рыцарем, одних доспехов недостаточно. Необходимо иметь хорошую физическую форму, плюс сдать экзамен по истории Средневековья. Проводится испытание, дается претендентам испытательный срок, вот, за который они должны там проявить себя как в реконструкции, так и в спорте, ну, в зависимости от выбранного направления. Да, и если они соответствуют условиям приема в клуб, то, конечно же, с удовольствием их принимают. Курские рыцари уже побывали на соревнованиях реконструкторов в Воронеже, Белгороде, Минске, Рязани, Санкт-Петербурге, Харькове, Судаке, Севастополе и не только. А 7 сентября на чемпионате страны по историческому фехтованию «Меч России 2013» в Москве Виталий Корякин стал серебряным призером. Яна Андреева, Денис Федорков, телеканал «7».